Красивый ты такой, Мурчик. Ай, ты белоснежный. Ты красавец такой. Ой, боже мой. Ай, зайчик, ты красивый. Ты такой красивый. Да, да, да. Так. Да, конечно. Поэтому, ну, полечись, я повытирала. Да все хорошо, что вы... Что вы прям... Не дуже попачкаемся. Ага. Что, может, вам... Что, вас нема пакета? Да где-то я испачкался. Можно у вас трошки... Можно трошки как-то застерну, бой? А, иди сюда, ага. Сонечко, иди. Ага, что, с чем ванну, чи куда? В ванну, иди. Ага, можно пройти. Иди, а пожалуйста. Цей дивится, дивится. Интересно. Ой, це не так. Це капець, ребята. До сеструхи просто так не попадеш. Зайчик. Ой, зайка. Говорю, просто так не попадеш. Нифига себе, у вас жорстко. І туди, і спрашують, одна калітка, і ворота, і під'їзди, матір Божа. О, так, це на продажу? Це твої, так, приготовила на продажу. Ой, Боже мой. Отдам тебе твої книги, одну тільки оставлю, де вона там читає. Катастрофа. А, Боже, як у тебе чисто, Ір. Та я ні, я ще убираю. Ти убираєш? Що ти убираєш? Ну как, ну, унітаз капец. Мою, двері мою, цвітами займаюся на суботу. Іра, капець. Така красива. Так, прямо красиво. Быстро накрасила губи, да? Ні, я в больнице була. Ага, а ти, а ну, отдохни. Ты как перегаром или что? Ну так вчера день рождения было у Юли. Так а что ж ты так пил, что до сих пор перегар водит? Да не, ну перегаром нет, ну может, не может духами? Да может нет. Духами? Не, не духами, как перегаром. Да может от кота тянет? Конечно. Да не перегаром, Ира, нет, 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 я выпил вот так вина. Да? Ты знаешь, у меня с утра, у тебя, ну, заметил, ты уже недели две. А да, меня ж люди ждут, да, там. Ты на своей машине? Я на своей, да. Я сам. А там люди на другой машине. А, ну, короче, знаешь, заметил, как отрыжка и как изжога, ну, не изжога, а как горьким таким, не знаю, как печень. Ну, это как... что-то печень или поджелудочная. Это что-то. Вот как заброс желчи пищевой. Это что-то, да? Ты не то ел. У меня это уже недельки две у тебя заметил. Знаешь, оно как лежишь вот головой вниз, вот так когда. Интересно. И оно как отрыжка. Аж, об... маленький какой-то стал. Аж обжигает связки. Ну, потому что желчь идет. Или желчь, или лимон... кислота, вот эта лимонная желудочка, как она там. Злодишь сок. Ну, или за, у меня вот это рефлюкс или что, вот это заброс, вот это как, ну, вот этот свинктер. Ты молодой мужик, ты старый, Ира. Раздевайся. Одно единственное яркое это дно. Нет, спасибо, мы чай не... Стол накрывай, что ты... Ирочка, нет, я ж не один, я меня люди ждут, я так заскочил проведать. Ты листала твой этот, там же... Это лимонное дерево? Крутиться, да? Да, я его поставила сюда, но не знаю. Хорошо, что ты не убиралась, меня потрохала. Хватит ему или не хватит этого, скажи мне. Красиво. Мне, реанимация. У пусика. Меня есть супчики. Слушай, Ирочка, ты же не спасибо, будешь нет, есть, не буду. А там люди, ну понятно. Я не что. Буду. Реанимация, это пусика. Ира, ты что грязный? Где грязный? Ну что ты, бля? Ира, ну потому что кот сидел. Да что ты все на кота? Бывает, это я, это кот. Грязный, это кот. Кота ты того 5 минут как забрал. Чего ты не берешь себе кота? Возьми кота, будь нет, человеком. Не хочу я, нет, я не подавись себе глянький вин. Нет, ну я пойду выйду, но я не хочу его. Мне не должен хочешь? Нравиться кот, он мне не нравится. Так и знаешь, сидим сейчас, мяу-мяу, и такой сидел-сидел на руках, лез на голову, мне знаешь, все. А он такой спустился вниз туда, где пассажирское сиденье, там в ногу. А он тебя лазит по машине? Да, да, да. И такой мяу-мяу. Я хоть ключ взял, слушай, ты сейчас закроется, буду вызывать тут. И он такой мяу-мяу, и на руки мне это, а потом быстро на лоток, и такой как по носам, понял? Не, не, не буду, не буду, Ира, не переворачивай. Пошли, пошли, покажу тебе твои орхидейки. Вот эта, которая, я же говорю, которая у меня вообще, она беспрерывна, вот эта желтая леопардовая, ты видишь? Что, да? Она не, просто вот... беспрерывна, она круглый год работает. У тебя место хорошее для них. Ну не знаю, эти ж не цветут круглый тоже год. Тоже дроздофилы вот эти бегают. А знаешь, откуда они бегают? Они с окон залетают. Сука. А вечером вообще окно закрываю, потому что это самое, прям сидят. Тебя...
Давай, давай, размазывай мне. Не надо мне чистить. И это, смотри, видишь, где попускала. А, вот она. На то есть отцвели, видишь? И на старых, а да. Одна, вторая, ничего себе. Видишь? И вот одна. Видела? Это, вот это, да, это большая, вот эта, которая, эти же огромные цветы. Как так? А я всегда вот это отцветала, я брал, отрезал. Не, я ее тоже отрезаю, когда она засыхает. А если она не засыхает, я ее не трогаю. Видишь, вот, они, вот она вроде бы как бы и нифига, но она еще не засохла. А, то есть поэтому она может там где-то трогаю, пустить. Да. Вот когда она полностью засыхает. Да, да. Цветок твой забрал, ты? Поцеловал его, говорит, зайчик домой. А, покажи мне его. Его брата, они ж, я же их рассадила. Они, и тебе я отдала, кстати, чуть-чуть он был больше, чем мой. Но у меня тоже здесь место хорошее. Ну, места нет прямого солнца и светло. Ого, та ты шо? Тьфу на него. Ты шо? Та шо ты? А вот денежная вообще никак, вот никак. Да бы деньги были, я бы хоть не раз. Ира, я не понял, смотри, у тебя какой пышный, а чего так? Ну потому что... Ну, то ли место, да, то ли энергетика такая, ну, то ли хрен его знает. Это же они с одного, они были одним цветком, я их рассадила. Но это тоже у меня одна ветка и вторая, и все. Вообще. Там сколько ж пообрезал ты. Мне бы его, знаешь, как-то пересадить грамотно, чтобы какой-то человек, чтобы то засохшее вообще отсечь. Ну, да, он... его не отсечь, его когда ты вытащишь, он там клубы. Как отломать их, как бы, чтобы осталось вот просто вот это вот. Ну, вдруг когда-нибудь у тебя буду, я куплю землю, пересажу его. Ну, не знаю, когда я буду. Видишь, он Генка на работе. Ну, красивенькие у тебя цветочки, ничего не могу сказать. Вот этот очень сильно разросся. Вот скучно этот. Без родика, Ира. Да, вообще не знаю, куда себе деть. Ужас. Понимаешь? Я так и знал, думаю, как ты будешь бедная. А сегодня Женя ж поехал, у него уже сегодня годовщина. А, туда поехал? Да, он вчера поезд. Карине? А, она да. Знает? Нет, она не знает. А когда он приедет? Ну, он сегодня приедет. Во сколько? Ну, за видео выйдет? А, уже нет, видео. Да, я же уже говорю. Так он мне говорит, я иду на рыбалку с ночевкой. А вчера вечером звонит, Женя, на Женю обиделась, пошел там с, ну, с сотрудником на рыбалку. Тот, типа, боится, когда взрывы, боится жену дома одну бросать, а тут, типа, тут на рыбалку с ночевкой пошел. Я говорю, ну, ничего, пусть, говорю, расслабится. Он тоже, говорю, депрессует без вас, это самое. Ну, тоже, он поехал. Вот это сюрпризы, да? Да, да. Но он адрес знается, знает, да? Ну, а он с лестницы созванивался. А, я понял. Адрес же я понял. Не знаю. А. Ну, мы тоже собираемся, мы на следующей неделе тоже собираемся с Геной. Поехать и вернуться, да? Ну, как поехать? Ну, побыть с ней, побыть, потому что. Ну, я хотела на поезде тоже ехать, когда дети приехали. Гена говорит, нет, я сейчас там заказ сделаю, поеду на машине. Она уже такая тоже начала домой. А когда можно домой приезжать? Такая сидит, Ира, сезонка, не дай бог, что вот это, но летают эти шахиды, хериды, черти шо, летают дроны. У нас тоже позавчера что-то такое летало, не пойми что. Не пойми что, из балкона выходишь, вот такое что-то летит, что-то бах, что-то бах. Ты черти шо, понимаешь? Звездные войны, блин. Что летит, где оно бахкает, ПВО. Это капец, я говорю. Вот ты знаешь, я сегодня себя поймал на мысли. Я понимаю, что это ужасно, что война, что погибают, можно сказать, лучшие погибают. Но, ты же знаешь, не идешь же туда сброд, наркоманил. Да, да. Ребята, которые попробуй действительно молодцы. Да. Молодцы, которые, знаешь. И ты все это понимаешь. Но я, знаешь, вот я боюсь, что вот этого адреналин, который... Вот эти ребята рассказывают, что мы приходим когда сюда, мы уже не можем тут. Вот этого адреналина не хватает. Им. Вот это им... И мне даже не будет ни... Знаешь, вот это ощущение, что вот там бах, нету. Бежать там на сумках. Нет, вот мне вот это, мне кажется, если этого я лишусь... Ну вот, Ира, если я этого лишусь, мне кажется, мне будет так скучно. И там, где это взять? Конечно, это же настоящее ощущение вот этого жизни и смерти. То есть. Адреналин, он, чешите, есть всякие аттракционы. Оно не даст, это того не даст. Нет, ну так ты меня извини. Ну вот. Ты понимаешь, мы еще будем потом все в депрессии валяться, я, лечиться. Знаешь, я лежу вчера вечером, сирена. У нас вчера свет, 4 часа выключили свет, и мы, ну, до скольки мы посидели? Наверное, часов до 7. Это у нас там. Наверное, да. У вас. Такая, знаешь, темень, что свечки какие-то до одного места нихера, вот эти, знаешь, дорогие свечи, ну что, они не дают свет. Планшет разрядили, пасьянс раскладывали. Ну что, делать нехер, все. Гробовая тьма, пошли при свечке, помылись и лежим. И ты знаешь, я лежу и жду. Знаешь, вот я себя словила на мысль, что мне страшно. Ну что мне страшно? Ждешь, когда вот это бабах, и вот этот дом, и ты весь с этим. Знаешь, вот это ты уже, вот это состояние, знаешь, вот ты просто ждешь. Ну это страшно.
Что-то не страшно. Адреналина ему не хватает. Но... Ну нахер такой адреналин. Нет, я согласен с тобой. Я согласен, что хочется, чтобы это закончилось. Но подсознательно вот я себя ловлю на мысли, вот хоть что говорю, правду. Что мне вот это ощущение, что ты сегодня тут, завтра бах, тебе надо уезжать. Там... Что вот спектакль идет, тут же его могут остановить. Вот это вот... Лучше вот то, кому не хватает адреналина, он садись на мотоцикл, осваивай. Вот так тебе будет адреналина, понимаешь, если тебе надо, чтобы кровь в жилах стыла. Или прыгай он с парашюта, с моста, еще какую-то хрень себе ищи. С парашютом или с парашютом? Всю страну. Что с парашютом? С парашютом, да? Залез на парашют, а ты с парашюта сверху. Вот это... С парашюта. С парашюта, но без парашюта. Да. Тебе будет адреналин. Вот поэтому... Нет, ну такое, знаешь, ну вот многие рассказывают, я смотрю интервью, вот ребята, они говорят, что уже не хватает этого адреналина. И почему многие, когда вот были, ну, раньше войны, спивались, потом приходили. Не потому что они видели это, потому что вот эту, вот этот... Мужиков вообще... Ты же понимаешь, вот это, да, знаешь, ты испытываешь этот адреналин и привыкаешь к уровню этого адреналина, а потом его нет, и что? Это хорошо, когда хорошо, а не, когда понятно. Тебя вперед ногами несут. Да, вот тоже, да. Это тоже, знаешь, хорошо, когда ты... Страх-бах, адреналин. Когда кто-то воюет, такой, а ты за кулисами там сидишь и нет, сумками. Это все, конечно, да. До поры до времени и не надо там. Страшно, я согласен, что пусть лучше закончится, пусть я лучше... Я такой адреналин не хочу точно. Пусть лучше мы будем лечиться от депрессии, чем... Да, потому что это ожидание вот этого вот, я же говорю, что сам выехал, ну что, ну давай... Ирочка, ничего не буду. Хай тебе, теперь тебе скажут, что сестра даже чаю не налила. Все, я думаю, у меня котик ждет там машины. Повод... Та где там похудал, жирная свинья, похудал. О, Ира, та яке там лицо, та ради Бога. Ира. А мне вчера видно Ирик за него, у нас же света не было, уже вечером включаю Вайбер, а мне приходит, у нас же не интернет, ни хера не было. Когда... Он звонил, а ты звонил часа в 4, начало 5, видно на Вайбер, а потом на телефон позвонил. Да, да, да. Вот мне тоже тогда от тебя пришло сообщение, а ты никому не... Ира, где там, уже... где там похудел? Поправился? Это мне книжки забирать? Да, да, забирай, это же твои. Приготовила, хлоп. Да, что у тебя на продажу есть? Эрю, взяла, продала вещи какие-то. Нет, тебе такие вещи классные. Я все отдала, что у меня было, я отдала. А ты выйдешь на улицу? Ну, конечно. Выйдешь. А, посмотришь кота? Ну, да. Ну, пошли. Покажи, как ты машину заблокировала. Да. Ну что ты? Ну чудо ты в перьях. Чудо ты в перьях. Поправился, справный такой, да? О, в зиму набрав, да? А в зиму набрав, красавица. А набрав зиму, да? Набрав зиму, да? Набрав зиму. Набрав зайчик. А набрав ты як? О, який класний. Який сладкий. Ой, сладкий. Да, набрав зиму. Конечно, набрав, конечно. Ты ж тут був, за рулем ездив, машины закрывав. А? Сколько ты будешь ко мне возвращаться, зайца? Ну, что ты такой? Ну, что ты такой, зайчик? Ну, зайц. У него как перхоть немножко есть. Ну, что такое? Что за перхоть? Что за перхоть? Ну, что за перхоть? Что за перхоть? А что ты гладишься? Что ты гладишься? Мы будем ехать. О, давай, давай. Занимай место у штурвала. Давай. Занимай место у штурвала. Давай, давай. Та не порви мені штани. Чукнутий. Так, ти камеру свою тут не показуй людям. Ну, це як? Ну. Та що ти робиш? Стой, іди сюди до мене. Так, держись, ми зараз будемо оба з горки спускатися. Хоп. І ще одна. Хоп.
Отак. Хоп-хоп-хоп-хоп. Если я дзвоню, що забрав? Приветик, все забрал, да, посипки. Давай, все нормик, в машине с ним сижу. Да, подожди мне руку зазать, господи, боже мой. Ну це ж невозможно з тобою. Ну невозможно з тобою. Ти слышиш? Ну ти слышиш мене? Заєць. Ну. Зайчик мій. Ти мій красавець. Гуцул ти мій, а? Гуцул ти мій. Вспомнив, да? Вспомнив. Вспомнив, зайчик, вспомнив. Конечно, вспомнив, заєць. У тебе все було хорошо, я переживав, да? Зайчик, я про тебе думав, не забував. Ні, не забував. Ти поправився, такий стройняшка, такий жирненький, такий хорошенький, ну такий вже добрий, сладкий зайчик. По твої тарілочки там ззаді. Да. Ми з тобою їдемо, далеко я зібо. Все, ходи сам. Я тебе нічого не кажу. Ходи де хочеш. Іди на ручки. Іди сюди, зайчик. Думай, мені там написать. Зайчик. Да. Зайчик, іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, мішкрик. Іди сюди. Іди сюди. Іди, да. Іди. Ви можете угадать заранее по блеску в воздухе, покуда стая кружится в ожидании свидания с печалью, да? О, братья, дьяволенок ты, маленький, чертенок ты, маленький. Сколько ты будешь? Ну бачив, блядь, цю картинку і все, от відео. Хрена ви знаєте, що це у мене. Ну картинку я то видел. Еду з ним, а он на руках. Що я можу зробити? Не знаю, що мені делать з цим бюрешком, а на его. На берег уронила. Не знаю, какой у женщины кот красивый вообще. Ой, вообще обалденный такой котяра, мурчик. Такие, видите, глаза вы здоровые, пушистые, такие вы красивые. Куда ты, да? На руль? Хочешь на руль? Наперед вылезешь. Эга, мне надо смотреть на дорогу. Ты кот с причудами. Тобой надо глаз да глаз. Ты хитрый? Да? Да? Ты ж хитрый котяра. Не стрессуй, зайчик, все хорошо. У него как перхоть, ребятки, вот. Что ты поперхать? А? Мурчиш, зайчик, мурчиш, красиво. Сиди спокойно, сядь вот так и сиди, и газа. Крутишься, крутишься, пока аварию не сделаешь.
Я тебе держу. Не бойся. Ты невозможный кот. Ты невозможный кот. Невозможный кот. Это немыслимо. Куда дальше, зайчик, искать место жительства? Хочешь от меня ты уходить, да? Любым путем до меня. Любым путем до меня, да? Бывает же такое, ребята, в жизни, а? Такого у меня не было. Это просто вот лихо лежит там, знаешь? Бывает же такое в жизни. Да, все, с Ирочкой уже побалакали. Все, зайчик, едем, едем. Боже, ну это ужас. Ну, це не кот, я це не знаю, що це таке. Разворачиваемся, не знаю. Еду задом. Можно фильм снять. Пусть его напишут зрители. Мы сюжет рассказывать не будем. Но сюжет на миллион. Давно такой счастливый не был, ребята. Да. Давно. Да. Да. Давно такой счастливый не был. Да. Бля. Ну какого? Полетели на красные ясли. Тайгачок. Ой, что зайчик, опять на передержку, да? Опять на передержку, зайчик. Новую семью тебе искать буду, мой красавец. Да, скажи. Ну, желательно, чтобы не стерилизовать. Я хочу квартиру, хорошей ответственной хозяйки. Чтобы кот аккуратненький, ходит в туалет на лоточек. Он воспитанный. Кушая, какая, писая, не вредный. Да? Да?
Аби кому ми не підемо. Ні. Да. Немножко перхоть у него появилась, ребятки. Это что, якого витаминчика не хватает. Ой. Да, мой красивый. Да. Да, да. Да, вот он глазик красивый. Вот он мой красивый. Его ж спутать невозможно ни с одним котом на планете. Его ж спутать нельзя ни с одним котом на планете. Да. Он волшебный. Не с одним котом на планете тебя перепутать нельзя. Твои глаза невозможно, зайчик, забыть. Если седину твою невозможно спутать. Да? Красивый. Кс-кс-кс-кс. Смотри, какой глаз. Какой янтарь. Кс-кс-кс-кс. Поднимешь ты очи. Что делаю, что делаю? Что делаю? А, та-та-та-та. Ты мне их купляв? А ты мне их купляв? А? Ты мне их купляв? Да? Ты мне их купляв? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Некрасивый заяц. Ну. Угу. Ляг, ляг, лише. Не слази, не слази. Ну таке вже хитре. Ну таке вже хитре. Ну таке вже хитре. І дире, і дире, і дире. І дире когатками там своїми щось. І дире когатками своїми. Ты меня многому, зайчик, научил в жизни. Да, да, мой зайчик, многому научил. Да. Спасибо тебе, зайчик. Спасибо тебе за опыт, который я приобрел с тобой. Да, спасибо. За эти ежины такие, тебя так кормили хорошо. Да, ты эти ежины хорошо. Да, ой. Аж мышцы играют. А так, ой, красивый мой красавчик. Да, да, да. Все, зайчик, все. И тут было что-то, как это самое сбитое, разобрал. Такие были, как немножко грязь забилась. Такие разные ему поубирал. Колтышки такие. Такие вот колтышки поубирал. Да. Нема ничего, скорее всего, чистенько. Да, 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 да. Да, да, да. А вот есть перхоть, видите? Видите перхоть? Надо что-то от перхоти ему придумать. На что я не знаю, честно говорю. Так, вроде расчешешь там это. Но перхоть у него зайчика появилась. Чего у тебя перхоть? Ты уже вычислить просто надо. Ну, каже, не йдеться смельчак мене взяти. Не йдеться любитель мене, хто мене любе. Да? Дивись на людей, дивись. Да, 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 давай, давай. Руки лизать скорі, да? Ай, да, 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 да. Ну, лоток хорошо чётко знаю. Мяу-мяу. Два раза сходил за дорогу на лоточек. Ну, что ж ты ко мне возвращаешься? Неужели ты меня выбрал, зайчик? Ну, у меня котик есть. У меня есть котик. Я бы тебе никогда не отдал. У меня, бачишь, он... Сайгак висит, он там. Там висит Сайгак, а там Томас.
Зайчик. Ти в мене був зі мною сюди. Да. Бачив оцю картинку, я ще з тобою їду обратно. Ну бачив, бляха, ну бачив. Чесно говорю, ребята, видел, когда уезжал, думал, я буду его везти обратно. Я не знал потом ни причины, ничего. Ну чувствовал, что, блядь, что-то не то. Ну как, а чё так, я не понял. Ну чё я буду его везти назад, ну чё? Ну вот оно чё, да? Главное, чтобы всё хорошо.